Lilin qənimi olan Qəbələ Mariborda mübarizədən kənarlaşdıra biləcəkmi? Команда, которая выиграла Лил, сможет ли выиграть Марибор? Здесь никаких параллелей я не вижу и не стараюсь даже найти. Никаких сравнений тоже. Даже такая тема, не знаю, есть ли смысл что-то подобное развивать. Я думаю, что это было одно событие, игры с Лилем, который был, конечно же, огромнейшей силой. Не слабее есть, как минимум не слабее есть и команда Марибор. Да, эта команда немножко другая по стилю игры, но по силе и по способности добиваться хорошего результата, я думаю, что это очень-очень-очень серьезный соперник. Стамазим, что был еще команда, да, olmuş oyunu və olacaq oyunu paralel götürüm, oxşar götürüm, çünki bu fərqli bir oyunlar idi və bir-birinə heç bir aidiyyəti yoxdur, yəni müqayisə etməzdim bunları. Lillə oyun, Lill komandası yox, yüksək əvvəli komanda idi, onlara qarşı oynadı və eləcə də Maribor komandası çox yüksək əvvəli komandadır.